Всем привет, с вами снова Atlantis 3570, и мы продолжаем играть в игрушку Singularity. Это третья часть. Ну, поехали. А вот и Девлин. Как ты догадался, что я жив? Эх. Ну, конечно. Да ладно, ты шутишь. Как же рад я тебя видеть, Брэнд. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. В общем, сюда мы только прилетели. Когда еще вчера? Сила. Ну, пошли, чувак, пошли. Ну. Архитектурка мне, конечно, радует. Вот видите, вон ту фигню на заднем плане. Это так называемая сингулярность. Вон та, небольшой спойлер, скажем так, вон та вот фигня, которая эту плазму долбит в небо, и есть комплекс, куда мы доберемся в самом конце. Так вот, прикол такой, на мой взгляд. Хотя не прикол, а глупость. Ладно, я могу поверить, что, например, остров был там 50 лет, там, или сколько, 45, говорил, спрятан, да, про него. Никто не знал, ну то есть про него все забыли, ладно, там нету никакой активности, он может был сверхсекретный. И если в советское время еще, ладно, это можно понять, но в наше время, здесь происходит 2010 год же, везде летают спутники-шпионы наши, над Америкой, американские, над всей нашей территорией. Неужели ни один спутник не мог засечь вот эту хрень? Хотя, согласен, здесь такая облачность, может, он не мог пробить сквозь эти облака. Сказать, это не черная жемчужина, и капитан Джек Воробья тут нету. Но жемчужину можно запомнить, мы, скажем так, на ней еще побываем. Скажу честно, это мой вообще любимый уровень. Любимый он в основном стилистика, именно он здорово выглядит. Там классная фишка со временем будет. Следовать плану. Пойдем к радиовышке, а там найдем полезное оборудование. Ну, обязательно. Добраться до радиовышки и связаться с Титаном 1. На заброшенное место это никак не тянет. Да ладно, как ты догадался? Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана 1. Пресс-центр, офис... Офис копии школа. Офис копии. Какой копии? Копии чего? Копии целой Ря Соломона, что ли? А, уже бегу. Сначала посмотрю пропаганду. Достал. Давай, бери дробовик и
Красивый бобик. Как всегда, самое главное нам неизвестно. Вот что, зацените. Е-99 создает какие мутации, но зато их дети в еду добавляли. Так, где у нас? Хватай уже дробовик и пойдем. Я схвачу сейчас, отстань ты от меня. Достал уже. Так, уже из-за тебя я забыл, что хотел сказать. Тут-ка я, где это дробовик? Так, волк. Самозарядный дробовик очень эффективен на ближних дистанциях. Правда, в теории одно из трех самых нормальных оружий. Что за хрень? Васей зовут. Самое интересное, он от них отбивался, а теперь спрашивает, что за хрень, как его уже не видит. Выкуси, выкуси. Оля-ля. Ну. Открывай дверь и прикрывай. За мной! Чисто! Аптечки у нас полные. Полечимся. Подберем. Дрэнка, обгони справа, я пойду слева! Кто-то меня там... А, ты еще живой. А уже станет более эффективной после прокачки. Так, пошли лаги. Эта часть, похоже, будет очень-при-очень короткая. По той причине, что, похоже, у меня кончается память на компьютере. Твою там мать. А все это уже не смешно. Извиняюсь, ребята. Да пойди ты от меня, уродина. Хреново. Посмотрим, есть ли тут чего интересного. Нету. А здесь... Сюда не попасть. Сюда тоже. О-о-о-о. Рынко! Хватай мою руку! Да, твою своей рукой. Лучше с автоматиком. Это оружие классное, но после прокачки. До прокачки оно по большей части так себе. Черт, заперто. Я буду держать оборону, а ты придумай, как ее открыть. Ну, как всегда. Может, ты придумаешь, а? Ладно. Сейчас, наверное, заканчиваю, потому что все-таки лаги фигаги.
части мы, наверное, поговорим с вами о научной части игры, скажем так. Давно хотелось поговорить об этом, но все-таки как-то не доходило до этого. Скоро все-таки многие, кто знает таблицу Менделеева, скажем так, удивляется, что за элемент а-ля Е99. За мной. Не выключайте компьютер. Общее сохранение данных. Здорово. Все, начал лагать, но на этом давайте закончим. Эта часть будет коротенькая. Я подчищу память у компьютера. И как раз с этого места мы начнем. Так что всем спасибо, кто смотрел. Кому, как всегда, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем удачи, как говорится. Так что всем спасибо. До свидания. Счастливо. Пока.